Здравствуйте. На электронную же мою почту мне пришло вот такое письмо. Хранилище в аккаунтах Google – новые правила. И Google заблаговременно предупреждает, что изменится с 1 июня 2021 года. Мы можем удалить ваш контент из сервисов Gmail, Drive или Photo, если вы не пользовались ими в течение 2 лет и так далее. Поэтому, кому необходимо сохранить диск в Google, то необходимо зайти на диск и кое-что добавить. И наше хранилище, которое используется Google диском, будет потеряно. Необходимо добавить какие-нибудь фото или еще что-нибудь добавить, чтобы Google видел, что вы пользуетесь данным хранилищем. С вами был канал «Все своими руками» 36. До свидания.